Советник премьер-министра Ералы Тугжанов посетил Павлодарскую область с рабочим визитом, где ознакомился с реализацией программы «Аул Аманата». Товарный кредит направлен на улучшение благосостояния сельчан. Эффективность инструмента состоит в том, что у местных фермеров можно взять живой товар, а рассчитаться приплодом. Результатом работы программы в регионе стало сокращение числа получателей специальной социальной помощи. Сейчас у меня была встреча представителями, значит, крупных крестьянских хозяйств, крупного бизнеса Павлодарской области. Они выразили готовность, значит, стартануть сегодня в Павлодарском регионе проект товарного кредитования. Мы собрали сегодня всех акимов сел, акимов районов. Первая задача – это разработка программ социально-экономического развития каждого сельского округа, каждого сельского района. Это важнейший вопрос, на котором будет базироваться весь необходимый объем сельскохозяйственной продукции.